Волгоград и Волжский снова попали в конец рейтинга по качеству жизни. На этот раз исследование провели эксперты финансового университета при правительстве Российской Федерации. Они оценивали уровень заработных плат, доступность жилья и культурного просвещения, работу ЖКХ, качество медицинского обслуживания, уровень образования и экологическое воспитание. Рейтинговая таблица разделилась на три части. Города с высоким уровнем жизни – это, например, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Грозный. Города с достаточно высоким качеством – Самара, Тамбов, Тверь и Брянск. Города, где требуются усилия по повышению качества жизни. Там наряду с Волгоградом и Волжским – Саратов, Ульяновск и Якутск.